Сегодня состоялся выездной прием граждан у заместителя председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Тамары Долгашей. Встреча прошла на базе Гродненского государственного колледжа искусств. Желающих лично пообщаться с сенатором было достаточно. Вопросов много и все разные. Одни касались медицинской сферы, другие – жилищно-коммунального хозяйства, а кого-то больше всего волнует социальное развитие. Учитывая тот факт, что Тамара Долгашей – главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра, первый вопрос как раз коснулся ее профессии. У меня такой вопрос. Порядок обслуживания пожилых людей, которые проживают у своих детей без прописки. Тамара Сергеевна дала полный и содержательный ответ по решению данной проблемы. Сейчас не требуется закрепление. Заявление раньше надо было обязательно писать заявление, и закреплялся человек только после подписи главного врача, либо заместителя главного врача за медобслуживанием за этой поликлиникой. Сейчас даже это не требуется. То есть вызов врача может быть выполнен и должен быть выполнен просто по факту того, что человек приехал, плохо себя почувствовал, там суббота или какой-то, или просто плохо чувствует, он не в состоянии сходить в поликлинику. Это не имеет значения, вызывается по тому адресу участковый терапевт. Сенатор пообещала, что все вопросы по возможности будут решены. К слову, если вы хотите попасть на такой прием, лучше заранее к нему подготовиться. Сначала стоит попробовать решить проблему самостоятельно. Если это сделать не удалось, то выход из сложившейся ситуации будут искать совместными усилиями. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.